Я хочу сегодня нарисовать цветочки и дерево. Вот тут я хочу цветочки, и вот тут дерево. Начну я с дерева. Я вообще деревья все время вот так вот рисую. Пусть у меня будет вот такое вот дерево. Вообще какой-то чупа-чупс получился. Дерево красивое. Очень красивое. На тебя похоже. Так вот. Теперь вот тут цветы. Большие очень. Вот так вот и чуть поменьше. Ну как чуть? Вообще поменьше. Ну ладно. И солнце. Ух ты, какой классный способ нарисовать солнце. Или выкопать из муки, как это правильно сказать? Нарисовать. Давно не было картины из муки Алёнушкиных. Вот такое солнце будет. Еще. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так. Готово? Да. Место еще осталось для птички, наверное. А для облачка. И для здорово. Птички. 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 Очень веселая, солнечная. И живучая. Картиночки. Птички. Чирик-чирик, чирик-чирик. Пью-пью-пью. Пью-пью-пью. Птички. Все. Вот и все.